Aku sayang padamu. Если не то, что снег.
Thank you.
Женечка, можно там еще все? Сейчас нам наберут, занесут. А вот еще сиденье есть. Алёша, я пошурю. Аж страшно, да? Это же все на занятиях были. Так тут, собственно, все и есть на занятиях. За исключением двух провокаторов. А, Владимир, ответите. Вижу, как я мог. Уходите. Не Владимир, не Лариса. Ну, я же плохо сразу звонил. Лариса, да? Лариса что-то не видно. Владимир, ну какой чай хотите? А что это за чай? Надо добавить. Что это за чай? А что это за чай? Ну, вот, если сюда заболела, я когда-то с ней встретился, когда я ехал на Соломенскую площадь, она вышла на снег костров. Ты добавляешь? Где еще третья тарелка? Владимир, где же там чай? Да, да. Она уже болеет третий месяц, но она ходит. Что-то у меня на диктатура красный, синий, желтый в России запрещает. Красный, черный. Есть какие-то внутренние причины, которые Виталик просто реагирует передавать. Да? Почему он нас бросил на целый... Диктатура мне ничего не запрещает. Успокойся, все хорошо. Есть другие внутренние причины. Конечно. Внутренние, внешние. Из-за которых Виталик... Конечно. Виталик, завтра в жизни прекрасно шутил. Были такие разрядки, понимаете, когда он пошутит, все смеются. Нет, это вообще нравится. Ты что, юмора разрядка? Главное, только не тянет. Вот я... То есть, мне предлагалось за пирожное, как для тебя. Я так и понял. Мне вот так вот передавать? Виталий, будешь конфетку? Я в розетку. Туда, дальше. Кто там еще будет? Ну, они очень не знают. Да, давайте на это. Куда будет? Да он самый гибкий был, он через боль идет. Я молчу. Через душу. Боль не надо. Ну ты дома хотя бы что-то Мне когда-то писали, что люди, они тоже, что хотят.
Ура! Молодец, вы умеете сдержать коллектив. Спасибо. Володя, да ты мне так и не сказал, где первая часть нашего прошлого? Буду искать, я ее что-то...